Уважаемые коллеги, сегодня представляем вам аппарат высокого давления Посейдон серии E7 с подогревом. Данный аппарат имеет мощность двигателя 7,5 кВт и имеет насосы 200 бар на 20 литров в минуту или 250 бар на 15 литров в минуту. Насосы мы используем в этой серии Interpump Evolution серии E3. Видите, это никелированная голова. Ну, насосы топовые. Нагреватель у нас, как всегда, фирмы Mazzoni. Обеспечивает нагрев до 150 градусов. Бак для дизельного топлива размером 24 литра. Бак для химсостава, для пены, размером 10 литров. Ящик для мелочей. Защитный клапан по температуре. Защитный клапан по давлению в данном аппарате опциональный, потому что на 200 бар это опция. Колеса, как всегда, у нас безвоздушные, широкие, удобные. Вот такой вот аппарат. Значит, особенность его заключается в том, что бойлер имеет хорошую мощность и обеспечивает нагрев воды до 150 градусов с очень хорошим потоком. Естественно, для мойки вы выбираете температуру любую, не обязательно 150 градусов, можно 30, 60, 90, в зависимости от применения. Аппарат абсолютно промышленный, никаких ограничений на время работы, никаких ограничений на применение нет. Степень влагозащиты IPX5. Мы его покажем вам в деле по очистке грузовика. Тут, конечно, лед сегодня ужасное, но видите, даже на такой поверхности мы совершенно спокойно этот нелегкий аппаратик катаем. Вот это место для установки барабана, потому что аппарат у нас, как вся линейка, универсальный и для поверхности, и для очистки труб. Вот, собственно, все, переходим к показу. Так, значит, мы выполнили включение аппарата, поставили пенную форсунку. И сейчас будем тестово мыть вот этот грузовичок. Первая стадия нанесения пены. Обратите внимание, что вода подается горячая. Меняем форсунку на горяченькое. Меняйте форсуночку. Моечную форсуночку. Посмотрим, что будет. Какая сила отдачи.
полноценная 20 литров в минуту. Меня аж этой отдачей сносит на льду здесь. Ну вот, сама машинка не новая, поэтому не блестит. Да и мойщик я начинающий. Но тем не менее видит, что происходит, а? С трудом удерживаю этот напор. Смотрите, какой факел. Можно вообще близко не подходить. Доставай. Стоп. Стоп, оставь так, ага. Сейчас покажем возможности горячей воды вот на этих ледяных наростах.